Что с тобой случилось? Проклятая шахта со мной случилась. Если Ульвунд продолжит соваться в эти туннели, будут еще травмы. Где она? К северо-востоку от Скрежета горы. После первого обвала я сказал Корвинду, что надо остановиться. Но, видимо, Ульвунд пригрозил уменьшить оплату. Или хуже. Давай ты успокоишься и все расскажешь. Ты сказал, что был ранен при обвале. Да. Пару дней назад. Там я и повредил ногу. Корвент и остальные пробивались к новой жиле, пока я осматривал старую. Сразу после взрыва мой туннель обрушился. Я бы, может, и не попал под обвал, если б с ног не валился. Мы трудились слишком много и напряженно. И ты боишься, что Корвент и остальные могут оказаться менее везучими, чем ты? Угу. Ты попала прямо в точку. Почему всем заправляет Ульвунд? Разве шахты не принадлежат Карха? Скажи об этом Ульвунду. Он раскошелился, чтобы открыть шахты. Может, они уже его. Гнев и пламя. Спросить его, так он и нами владеет. А Корвинд? Наш бригадир. И какой бригадир? Знает, как отвечать шефам, когда требования завышены. Но Ульвунд... Его требования не просто завышены. Корвинд пытался его задобрить. Он даже взял на себя вину за мою травму, хотя именно Ульвунд велел увеличить смены. Да, хороший бригадир. Поэтому мы и согласились на переработки в таких условиях. Но если в шахте станет опасно, я лучше столкнусь с гневом Ульвунда, чем сдохну под завалами. Я поищу твоих парней, если окажусь там. Я... Это было бы здорово. Спасибо. Со своими желаниями. Ты не знаешь, а я бы хотел больше ночных сил. Да, и я тоже. Убитая машина. Наверное, сикач. Это Рент его завалил. За этот зеленец можно выручить кучу денег.
И куда это собрался? Этого мяса должно хватить. Это была растяжка? Да тут все ими уставлено. Ну, как всегда. Держись! Сейчас займусь ими! Гони их на растяжке! Слава кузне, ты появилась. Растяжки полезные штуки, но старику за машиной не угнаться. Подойди, да я тебя отблагодарю. Оставлю при себе. Привет, рыжая! Время найдется, а? Вижу, ты умелая охотница. Ты убила всех этих мусорников быстрее, чем авангард одного сикача. Тут были солдаты авангарда? Да, проходили. Завалили того сикача и ушли на юг. Но потом приперлись мусорники за добычей на мертвечинку. А потом прибежал еще сикач. Неспокойное местечко, точно говорю. Солдаты ушли на юг. Наверное. Они заполонили всю долину. Авангард, похоже, решил их всех перебить. Ясно. Погоди-ка, рыжая. Если собираешься идти за преграду, тебе пригодится нитимёт. Не простой нитимёт. Изделие мастер. Забирай, дарю. Прочный, сделан на совесть. Ага. Работал над ним с тех пор, как ушел из скрежета. Тут проще работается. И меньше проблем.
скажем так. Управляющий подъемником рассказал, что сикачи появились вчера. Ты о них что-то знаешь? О, как там Карн? Когда-то мы с ним в какие только неприятности не влипали. Вот однажды шли мы... Так что про сикачей? Ну, Карн правду сказал. Раньше этих гадов тут не бывало. Повезло мне, что ты и те ребята из авангарда успели спасти мою задницу. В Скрежете горы были проблемы? Кое-кто подкинул. Да, угадаю. Ульвунд. Когда у меня была лавка там, он все поглядывал на мои товары. Требовал себе скидку для Ульвунда. Я отказал, ему не понравилось. Не могу это доказать. Но этот бурдюк поджег мою мастерскую. И я решил податься подальше от этой мерзы. Мне пора идти. Спасибо за нитимёт. Пока ты убиваешь сикачей, я отправлюсь в охотничьи угодья. Там испытания с нитимётом проходят. Заглядывай, попробуешь свои силы. Возможно. После того, как все улажу. Значит, Арент ушел на юг. Попробую найти его след через визор. Как тебе еще помочь? Мне пора. Да. Следы. Возможно, Эрент с авангардом. Руины эпохи Предтеч. Внутри наверняка есть что-нибудь интересное. Что у нас здесь?
кислоту здесь использовать нет смысла. Спасибо, спасительница. Можно просто Элой. Эрэнд говорил, что ты не любишь громких титулов. Авангард. Мы должны сопроводить достопочтенного Вуадиса на посольство. Если сможем избавиться от тикачей. Капитан велел следить за скрежетом горы, а затем вылезли эти уродцы. Мы хорошенько отделали одного. Но я не успел откатиться в сторону, когда он упал. Я же говорила, обжираться перед походом – плохая идея. Мне, пожалуй, пора идти. Ну, а если сама наткнешься на сикачей, то очень постараюсь откатиться. Если хочешь, можешь захватить их с собой. Они бывают полезны. Спасибо. Береги себя. Сигнал идет с той железной вышки. Можно сходить туда и проверить. Каменоломный тур, если они говорили. Образ не полон, но, возможно, если найти место, где он был запечатлен, визор восстановит недостающее.
И там куча секачей. Самого, что на образе. Попробую наложить образ отсюда. Получилось! Восстановление образа разблокировало данные. Эти обзорные точки были сделаны Miriam Technologies. Это компания Elizabeth. Интересно, удастся ли найти другие? Руины эпохи Предтеч. Внутри наверняка есть что-нибудь интересное. Так, и что у нас здесь? Реликвия Предтеч. Но как попасть туда и взять ее? Не получится. Похоже, чтобы открыть дверь, нужен какой-то блок доступа. Может, он где-то в руинах? Ящик. Пригодится. Дальше не идет. Наверное, застряла. Что в этих данных? В этих данных есть пароль от закрытой двери, но мне нужно найти блок доступа.
Застряла. Так, нужно найти ключ от двери. Ниже тоже руины. Куда теперь? Много света. До выступа наверху теперь не добраться. Придется искать другой способ подняться. Отойти подальше. Вот так.
Так, куда ведет этот путь? Посмотрим, подойдет ли ключ. Так. Похоже, здесь тоже нужен пароль. Думаю, найденные данные тут помогут. Готово. Что это за штука? Пока оставлю это у себя. Может пригодиться позже.
Похоже, кто-то попал в переделку. Еще один! Вот! Вот для чего я был рожден! Никаких скучных дневных держу! Только бал! Только бой! Элой? Эрент! Yeah.
Я разберусь. В эту машину лучше стрелять шоковыми. Пусти качей на спинах емкости с кислотой. Если попасть кислотными стрелами, они рванут.
Никогда не видела таких кристаллов. Ну, я себя и показал, как обычно. Ты сделал самое сложное, а я разобралась с остатками. Очень больно. Это кому нужны ребра? Порядок, порядок. Слушай, ты в преграду приехала не для того, чтобы смотреть, как я ребра ломаю. Рассказывай. Я хочу отправиться с посольством. Попасть на запад. Эрент, тот мой бой у шпиля. Наш бой. Не покончил с угрозой. Враг еще жив. И нужно завершить начатое. Правда? Это же здорово. В смысле, не то, что враг еще жив. Нет, это не здорово. Но ведь нас ждут новые испытания. Твое копье, мой молот, как в старые добрые. Эрент, у меня нет времени. А тебе нужно вылечиться. Да, пара дней или меньше. Вообще-то, даже если бы ты был здоров, я бы не стала. Я должна сделать это сама. Одна? Ну, ясно. Эрант! Не хочу прерывать ухаживание, но я тут вообще-то ранен. Ну, притуши огнежар, иду я! Новости лучше нет. Слушай, я пойду в свет пустоши, подлатаюсь. Чтобы отправиться с посольством, тебе будет нужен жрец солнца, Вуадис Усердный. Да, мы знакомы. Я очищу долину от сикачей и отправлю Вуадиса к свету пустоши. Увидимся там. Умеешь ты прощаться с друзьями. Что-что? Ничего, иди. Тебе послышалось. О чем ты говоришь? Эй, да забудь, ладно? Ничего. Я тебя обидела? Ну ладно. После той битвы у шпиля ты просто сбежала. Даже руку не пожала на прощание. Я и все другие сражались за тебя, кровь проливали, а ты просто исчезла. Кто так вообще делает? Слушай, Эрант, я понимаю, тебе было нелегко. И теперь тоже нелегко, но то, чем я занимаюсь... Жизнь на Земле под угрозой. И бороться с ней мне. Жизнь на Земле? Да. Все умрут, если я не справлюсь. Так позволь помочь! Не выйдет. Тут не надо драться с машинами, убивать злодеев. Нужно другое. Даже объяснить не могу. Даже близким людям. Вот и все от меня польза. Ладно. Эрент! Твою кузню! Видимо, мне пора. Может, вас проводить до света пустоши? Нет-нет, тебя же ждут дела в другом месте. Справимся без тебя. Тебе придется разобраться самой. Мы тебя только заменим.
котлах я могу научиться перехватывать эти штуки. Неплохо. Залежи здесь. Что те азеран тут забыли? Быстрей! Надо ободрать их раньше мусорников! Секач бежит прямо на них! На разборку. Ты вовремя, Нора. Возвращайтесь в скрежет горы, пока вас тут не убили. Ни за что, тут столько трофеев. Вперед, отряд, за дело!